Мастера детям. Именно под таким названием на протяжении 3 дней на коробке перед Уфа-ареной проводились мастер-классы для юных хоккеистов, организованные при поддержке Объединенной Федерации Хоккея Башкирии. Свое игровое мастерство под бдительным взором прославленных уфимских игроков Руслана Нурдинова и Андрея Сидякина здесь совершенствовали ребята из Нефтекамска, Туймазов и Стерлитамака. Мы посовещались с отделом по проведению соревнований. Да, у нас есть такое учреждение. Вот решили эти 3 города взять. Мастер-классы проводились во время недели звезд хоккея, поэтому мальчишки с большим удовольствием приезжали в столицу республики. Помимо повышения своих навыков, ребята смогли оценить масштабы грандиозного праздника и увидели, как украшена Уфа-арена. Для них проводились экскурсии по главному спортивному сооружению Башкортостана, в ходе которых они смогли увидеть даже раздевалку юлаевцев. Скажи, пожалуйста, как тебе вот мастер-класс здесь в Уфе? Нравится. Охота получать новое, что-то новое от мастеров хоккея. Мастер-классы для детей стали очень полезными. Тут мальчишки сумели отточить свое мастерство сразу по нескольким компонентам. Над чем работаете с ними? Все подряд, начиная от разминки, катания, владения шайбой, взаимодействия. Все мастер-классы завершались одинаково душевно. Безмерное счастье маленьких хоккеистов, легко читаемое на их лицах, это лучшее тому доказательство. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».